Доброго утра! Начинаем. Да не укусила, а поцарапала. Вчера, да. Пошли садиться мазать. Мажем спасателем. Ты сам хочешь помазать? Ну давай. Давай. Да, это спасатель, да? Да. Помазать. Кого? Ланки. Может, я тебе помогу? Нет. Ну что, помочь? Давай мне, а я тебе и пальчик подставляй. Ну на сам дави. Не только не стани, Афонь. Всё. На. Угу. Афоню я сегодня привела. Сейчас мы сфотографируемся возле забора. И что будем делать? Улыбаться? Потому что сегодня что у нас? Пятница, да. Григорий едет к другу. Если что, там 20 рублей она стоит. Кто? Вода. Ну, набери себе сразу. Не хочешь? Перекачивай, потому что его вели на маленькой кочечке. Да? Я представляю, если на больших кочках качать будет. Давай, аккуратненько. Сынуль, ты когда доедешь, позвони, хорошо? Тебе? Ага. Да, мы там куда? До школы? Ну я ж не знаю, что ты с Родей договорился. Мы едем сейчас до школы сначала, там мы с ним встречаемся. Ага. И оттуда уже вместе едем. Да, Родион? Да. Ну ты ему позвонил? Нет, ложи себе рюкзак на плечи, не надо так зацепиться за колесо. Вот так и едь. Давай веревки покороче сделаем. Все, Грише сделали веревки на рюкзаке покороче. Я проверю. Нормально сойдет. Хорошо. Все, мам? Все, зайчик, давай. Как приедешь, позвони, хорошо? Я позвоню, когда мы уже у Родиона. Да, да, у Родиона, да. Пока, сынуль. Я сейчас готовлю рисовый супчик, подсмотрела, знаете, у Кати Сайбель, что она варила рис отдельно, а не в супе. Поэтому я сейчас рис сварила здесь отдельно, сейчас я воду солью. Здесь уже картошечка варится, и здесь зажарка. Значит, лук, морковка. И сейчас еще потру помидорчики на терке. Сейчас еще Антоха 2 штуки принесет. Мой помощник. Спасибо большое, Сына. Я не хочу суп. Ты не хочешь суп? А что ты хочешь? Я другой. Да? Супчик готов. Приготовила специально половину кастрюли. Потому что знаю, что супы у нас не самый ходовой товар. Поэтому вот такой вот. Не знаю, как это. Харчо, не харчо. В общем, рисовый суп. Готов. Ура. Ура, у меня обед, супчик я приготовила, сижу, не очень заценил. Поэтому вот отваривать рис отдельно и делать зажарку с помидорами очень круто. Попробуйте, прям моя семья оценила. Антоха тоже уже покушал, осталась одна я. Так что всем приятного. Спасибо, Катя Сайбель. Вроде бы суп, но другой. Родя поймал. Если бы я ему не сказал тащить, да. У него чисто баклава пошел под воду, если бы я ему не сказал тащить. То он бы его не вытянул. Ну круто. Так, адреналин, да? Классный был. Я в шоке. Роди, как же эта рыба называется? Окунь. А, окунь это, да? Хищник, прям видно, сейчас покажем. Зубы? Да. Вот у него, посмотрите внутрь. Внутри там зубы у него. Да? Он хищник? Он Гришу укусил. Григорий на английский, на карате, еще и на футбол, да? Чего? Лучше. Че, теперь еще и певец? Нет, мама, отстань. И танцор? Мама, отстань.
Молчи. Так ты все взял? Молчу. А это ты? Гриша, Гриш, можно как-нибудь поаккуратнее? Нет, поаккуратнее нельзя, пока. Мы сегодня у нас пятница, да, Фонь? Мы идем в Магнит. Даже дверь открыл? Да. А? Что ты хочешь? Куку-ту. Смотри. Напитку. Я купил напитку. Напитку? Мне ничего не... Вот Растишка, смотри, тут всякие чудо, юдо. Вот, вот, вот в холодильнике, видишь? Выбирай. Такую Растишку? Да. На всех бери тогда. Это кому ты берешь? Говори. Это мне. Это могу. Это кому? Угу. А нельзя все одинаковые взять, чтобы никто не ссорился? А то Зоя вдруг тоже таких шариков захочется. Ты с ней поделишься? Ладно. Другое? Ты возьми, потом всем разольешь просто по стаканчикам. Хватит. Это ты слишком круто, Зоя. Или нормально? Все, 4, да? Всем ты по 4? Все, тогда бери. Пошли на кассу? Да, все. Пойдем на кассу. Ты потянешь все это? Нет. Уже нет. Ты хочешь в эти шарики? Да еще крути. Да, в эту сторону еще. Вот теперь что-то выпало. Смотри там. Открывай. Да. Что там? Какой? Какой? Синий. Да. Пошли? Да, пойдем. Я сейчас когда же купил такие кулички. Еще никогда? Я не думал, что у меня белый папидор. Белый ты хотел? Да. А у тебя какой? Синий. Это тоже хорошо, да? Да, это мальчик. А для девочек какой? Ага. Зоя, покажи, как ты обула шлепки. Вот покажите теперь. Вот как. Типа красавица. Ты как это смогла сделать? Как? Сама? Да. Я могу так же сделать. Афонь, заходи тогда, всех угощай, выдавай всем. Хорошо? Вот мой дом. Вот дверь. Нужно да? Обуваться, заходить. Правда? Спасибо. Всем выдавай, всем по одному, да? Один йогурт, одна вода, да? Да. Это мне послужу. Угу. Выдавай Зоеньке. А вот мой йогурт. Где там Антон? Вот, что надо. Я тоже хочу. Бери, и Антона позови, вот, чтобы и Антон брал. Нет, позови сюда, здесь всем кушать. Зови его. И водичку давай. А я еще не кушала. Да? И водичку давай, Афонь. А мне водичку. Сейчас поеду за Гришкой, целую коробку пряников.
везу. И представляете, сегодня такой ветер, что у нас даже сдуло горку. То есть понятно, что она не такая тяжелая, но все равно, знаете, ветром ее повалило.